Здравствуйте! Снова с вами Агентство Советов, и я, Ксения Гречкина. В ближайшие 15 минут расскажу вам, как не ошибиться в выборе, если отправляетесь по магазинам. Есть масса способов, как при помощи одежды скрыть недостатки и подчеркнуть достоинство полной фигуры. Даже платье для новогоднего вечера может сидеть идеально, если оно правильно подобрано. Не верите? Загляните в магазин Nota Bene. Новый год всегда все ждут с нетерпением, а вот для женщин этот праздник еще и повод купить новое платье. И чем эффектнее оно будет, тем больше шансов у дамы стать настоящей королевой вечера. Стилисты советуют женщинам, склонным к полноте, не ограничивать себя в выборе, но все же ориентироваться на прямой или полуприталенный силуэт. Само платье при этом может быть скромным и элегантным, а вот аксессуары наоборот – сверкать и переливаться в лучах прожекторов. Стройные девушки могут примерить на себя роль звезды и платье с серебристой чешуей, или же наряд необычного кроя. Платья-футляры или струящиеся со шлейфом, модные в этом сезоне комбинезоны или стильный тигриный принт. У каждого новогоднего наряда в Nota Bene свой характер. Моделей как праздничных, так и повседневных здесь порядка 2500. Новинки появляются еженедельно. Но, пожалуй, самое главное – это размерный ряд. В Nota Bene представлены платья до 64 размера. Это значит, платье по душе здесь найдет каждая женщина. Крупные торговые центры по праву завоевали любовь покупателей. Ведь это место, где можно купить все и сразу. Прекрасный пример – комплекс железнодорожный. Смотрите сами. Собираетесь по магазинам всей семьей? Тогда обратите внимание на торговый комплекс «Железнодорожный», расположенный в жилом микрорайоне рядом с ЖД вокзалом. Здесь найдете товар по душе и на любой размер кошелька. «Железнодорожный» — это 3 двухэтажных корпуса общей площадью более 7000 квадратных метров. Найти здесь можно абсолютно все, включая самые свежие продукты. Здесь постоянно свежий товар, да и вообще очень большой ассортимент. Девочки общительные, всегда все предлагают. Можно купить абсолютно все. Есть кондитерка. Можно взять и домой, и на кухню, как бы. Ну, все, что требуется дома, все можно купить на этом рынке. Торговый комплекс «Железнодорожный» также предлагает разнообразные услуги и непродовольственные товары. Хотите поменять в квартире мебель? В «Железнодорожном» найдете подходящий кухонный гарнитур или диван. Заменить сантехнику или купить новую посуду тоже не проблема, ведь в торговом комплексе есть абсолютно все. Задумались о смене образа? Здесь вы без труда подберете себе одежду, сумку или обувь, парфюмерию или что-нибудь из золота. Может, идете в гости или на торжество? Не забудьте купить букет цветов. Кстати, еще в «Железнодорожном» профессиональные мастера оказывают услуги по пошиву и ремонту одежды и изготовлению ключей. Кроме того, если вы еще присматриваете место для вашего будущего магазина, вам тоже здесь будут рады. Закончена реконструкция по увеличению торговых площадей на 2000 квадратных метров. Ведь чем больше бутиков будет в торговом комплексе, тем больше будет выбор у покупателей. В «Железнодорожном» вас рады видеть с 9 утра до 8 вечера. Торговый комплекс находится в районе с удачной транспортной развязкой и в хорошей пешеходной доступности. Кроме того, у «Железнодорожного» есть парковка, рассчитанная на 250 автомобилей. Осталось только запомнить адрес: улица Привокзальная, 27. Русский город Иваново славится не только своими невестами, но и текстильными фабриками. Где найти знаменитое на всю страну постельное белье и одежду? Ответ прямо сейчас. Только добрые эмоции и приятные ощущения должны окружать вас, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь утром. Ивановский текстиль дарит вам эту возможность. Здесь в большом ассортименте представлено белье ведущих фабрик «Самсон», «Аэлита», «Принцесса на горошине», «Казанова» и «Сны Шахерезады». Разнообразие расцветок позволит подобрать постельные комплекты для любой спальни. Здесь также представлен широкий ассортимент одеял и подушек с натуральными и синтетическими наполнителями. Такая продукция имеет превосходное качество и отвечает всем гигиеническим требованиям. Полотенца здесь по самым низким ценам и на все случаи жизни. Теперь в Ивановском текстиле также представлена женская одежда. Интересные модели при правильном подборе сотворят настоящие чудеса с вашим образом. Еженедельное обновление ассортимента оптом и в розницу. Ивановский текстиль расположился по двум адресам. Улица Декабристов, 1А, через дорогу от торгового центра «Витьба», и торговый дом «Центральный», бульвар «Свободы», 2. Вряд ли кто будет спорить, что бытовая техника – один из самых желанных подарков на Новый год. А если она еще и эксклюзивная и сделана под заказ, цены ей вообще нет.
Магазин бытовой техники «Сафари» постоянно радует своих покупателей подарками. Вот и к Новому году сюрприз приготовили. С 1 декабря до середины января для вас праздничные скидки до 35% на все категории товаров. Люди любят перед Новым годом покупать технику, ну и вообще совершать крупные покупки. А наши скидки, они это не фантом, это не фокус. Хочется чего-то особенного и нестандартного? Пожалуйста. «Сафари» – это не только большой выбор встраиваемой техники, это еще и эксклюзивные модели под заказ, доставленные вам в гарантированные сроки. Нужно еще выбрать встраиваемую микроволновку, пароварку или холодильник, посудомойку, то каких-то приборов вы вообще можете в городе не найти. Если нам нужна какая-то особенная модель, которой нет на обороте, ее можно привезти на заказ. Новая техника в новом году будет вас только радовать. А магазин бытовой техники «Сафари» обещает и дальше приятно удивлять и желает своим покупателям яркого праздника. Подготовка к Новому году занимает много времени. Но только не с торговым комплексом «Единый». Здесь и подарки найдете, и сами преобразитесь, и дом обновите, и украсите к празднику. Проведем для вас небольшую экскурсию. Преобразование начнем с ванной комнаты. В салоне-магазине «Керамир» на ваш вкус и бюджет найдете мебель для ванной комнаты, ванны, душевые кабины, коврики и шторы, индивидуальный подход к каждому клиенту, поставка по каталогу в течение 7 дней. «Арина Мебель» предлагает мягкую корпусную мебель, кухонные уголки. Светлее в доме станет от новой люстры, светильника или бра. И какой Новый год без елки, зеленую красавицу, а также гирлянды, игрушки, хлопушки, мишуру и сувениры с символом Нового года тоже найдете в «Едином». Неплохим подарком станет, например, постельное белье из вязи, сатина, бамбукового полотна или жаккарда. Выбирайте сами. Для спорта и активного отдыха в «Едином» горнолыжные костюмы и пуховики с наполнителем из пуха и холофайбера. Для женщин здесь повседневная и праздничная одежда размера от 40 до 70, а также нижнее белье, колготки и одежда для дома. Для сильного пола открыт отдел мужской одежды. Для малышей найдутся карнавальные костюмы и нарядные платья, верхняя одежда и конверты-трансформеры. В торговом комплексе есть и обувь, как для детей, так и для взрослых. Вся зимняя коллекция по 990 рублей. С легкостью подберете здесь головной убор, шарф или варежки для постоянных покупателей и скидки. Бытовая химия, косметика, парфюмерия и постоянные рекламные акции ждут вас в отделе «Парфюмерный рай». А в мире сухофруктов – лучшие сухофрукты и специи. И не забудьте, что праздник – это прежде всего богатый стол. В «Едином» вам предложат свежее мясо или рыбу по цене производителя. Курица, свинина, баранина, говядина, семга и форель. Здесь также работает официальный представитель тюменского бройлера. К столу также чай и кофе, макароны и крупы, консервированные овощи и фрукты. Впрочем, и свежих овощей и фруктов здесь тоже достаточно. Торговый комплекс «Единый» – это десятки специализированных отделов, большая парковка и удобное время работы с 9 утра до 9 вечера. Новогодний подарок покупателям. Весь декабрь во всех отделах «Единого» скидка от 5 до 10%. Вообще, Новый год – это не только елка с шарами и гирляндами. Есть еще масса праздничной атрибутики, хлопушки и фейерверки. Итак, ловим новогоднее настроение вместе с веселой затеей. Скоро-скоро Новый год, веселится весь народ. Ждет чудес и приключений, и еще чего-то ждет. Будет елка, будет праздник, и подарков много разных. Есть веселая затея. Поспеши сюда скорее. Чтобы праздник удался, необходимо хорошее настроение и еще много-много мелочей, которые найдете только здесь. Занимательные сувениры и затейливые свечи. Из них можно составить любую дату и даже написать поздравление. Оригинальные украшения для праздничного пирога. Аксессуары для свадебного застолья и веселья. Милые лебеди в подарок молодым. Композиции из воздушных шаров порадуют каждого. Букет или забавную зверушку создадут по вашему желанию. Здесь можно воплотить любые фантазии, превратиться в Деда Мороза и найти яркий детский карнавальный костюм. Ну а салют, конечно же, станет апофеозом любого торжества. Будь то Новый год, день рождения или свадьба. Фейерверки, петарды, хлопушки, бенгальские огни – все самое интересное, качественное, рекомендованное профессионалами с новогодней скидкой 10%. Отличное настроение ждет вас в магазине «Веселая затея» по адресу Мира 6, торговый центр «Максимум».
напоминаем вам, что близится пора детских утренников. Может быть, карнавальный костюм для ребенка вы уже купили? Тогда не забудьте подобрать к нему туфельки. Приближается самый волшебный праздник – Новый год. А значит, самое время искать сказочные туфли для сказочных принцесс и их прекрасных принцев. В отделе детской обуви магазина «Зебра» найдете именно такие – нарядные туфельки для детей от 2 до 15 лет. Для девочек – золотистые с пайетками, розовые с бантом или белые с цветком и бусинами. Для мальчиков – непревзойденная классика. В «Зебре» туфельки для праздника от 700 до 1100 рублей. Вся обувь сертифицирована, а перед запуском в производство обувь Ученики промеряют опытные образцы в детских садах и школах. Но ведь малышам нужны зимой не только сказочные туфельки, но и волшебные валенки, которые спасут от самого лютого мороза. А в «Зебре» как раз скидки на детскую зимнюю обувь от 10 до 50%. Для холодного сезона лучше подобрать как минимум две пары обуви, например, сапоги и валенки. И помните, зима обязательно будет сказочной, если ноги будут в тепле. Цвет ковра всегда имел символическое значение. Красный означает богатство, зеленый – цвет рая, желтый – защищает от неудач. А какой ковер выберете вы? Ковер – это не только интересная часть интерьера, но еще и признак достатка. А добротный и красивый ковер – свидетельство крепкого благосостояния. Вот и в торговом центре «Пушкинский» в салоне ковров это знают и не перестают удивлять своих покупателей огромным выбором и разнообразием ассортимента. Например, классические ковры, вне времени и моды. Они легко вписываются в интерьеры разных стилей и хорошо сочетаются с современной мебелью. Ну и любители абстракции здесь найдут подарок для себя и своего дома. Детские ковры, рельефные, ковры с высоким ворсом, любых форм и цветовых сочетаний. Здесь вы сможете приобрести ковер разной ценовой категории, как российских, так и зарубежных производителей. Например, турецкие, иранские, индийские, китайские или бельгийские ковры. Последние, кстати, славятся особым качеством. Для вашего дома здесь же можно выбрать и люстру, вот такую, цвета индиго. Или, например, с ниспадающими хрустальными каплями, словно это капли летнего дождя. Позвольте себе уют и роскошь для своего дома. Говорят, представители сильного пола не любят шопинг. Мол, это даже сказывается на артериальном давлении. Дорогие мужчины, вы просто не были в отделе мужской одежды «Андре» торгового центра «Пушкинский». Мужчины бывают очень капризны, особенно когда дело касается их гардероба. Салон «Андре» всегда к вашим услугам. Большое поступление рубашек, поло, брюк, свитеров и еще много всего интересного. В этом сезоне актуальны классические модели, но необычные принты, орнаменты или яркие цвета также приветствуются. Здесь вы сможете подобрать одежду для повседневной жизни и более строгий вариант для работы и офиса. Мужчины крупной комплекции особенно в почете. Салон «Андре» предлагает вам большой выбор брюк, джемперов и сорочек. Качественные ткани хорошей фактуры, которые отлично держат форму. Цены вас приятно удивят. Запоминайте адрес: улица Пушкина, торговый центр «Пушкинский», второй этаж. И мужскую, и женскую одежду можно найти в торговом центре «Триумф». И если вы там еще не были, самое время его посетить. Неважно, повседневное или праздничное платье должно быть особенным. Синее кружево, красный атлас или классика в черно-белых тонах. Платье для любой фигуры на все случаи жизни найдете в отделе женской одежды торгового центра «Триумф». Здесь же блузки, юбки и брюки классического кроя. Стильные и, главное, теплые. Размерный ряд от 42 до 62. При первой покупке модницам в подарок дисконтная карта 5%. Сильный пол, триумфальные покупки может совершить в отделе «Дюфи». Здесь в полном объеме представлена зимняя коллекция. Джинсы, куртки, трикотаж, стильные костюмы и рубашки. Выбирайте сами классика или ультрамодный крой. Размеры от 44 до 60. Модели мужской одежды как для праздника, так и на каждый день обновляются постоянно. И кроме того, в «Дюфи» вы сможете найти подарочные сертификаты. Это была самая полезная программа Агентства Советов. Смотрите нас также на сайте tvsever.ru. По всем вопросам обращайтесь в отдел рекламы по телефону 43 22 52. Всего хорошего!
two bedroom, 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 two bedroom,